Вот это вот мост соединяет между Гужево и Победой. Вот она, кочегарка наша, это котельная. Вот каток. Это, вот тут за деревьями спорткомплекс. Это вот раньше было Бумовское депо. Вот этот мост соединяет. Это что? Только единственное в этом районе вот такое вот соединение. А как же люди там за речкой, так же дети живут. Как же им ходить не на автобусную остановку? Это обходить Кругаля, это куда годится?